Всем привет! Добро пожаловать! Сегодня мы с вами заглянем в Unreal Vision и сделаем две вещи. Первое, мы закрепим контент-браузер в нижней части экрана, чтобы каждый раз его не открывать. И второе, мы поменяем нашу стандартную модельку с мужской на женскую. Открываем Unreal Project Browser, раздел Games, вид от третьего лица, называем наш проект. Тест Unreal Engine. Настройки по умолчанию. Нажимаем создать. Так как я запускаю Unreal Engine не первый раз, у меня это проходит все достаточно быстро. Если у вас идет первый запуск, то у вас будет компиляция шейдеров, это займет какое-то время. Для того, чтобы вызвать контент-браузер в Unreal Engine 5, вам нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl-пробел, либо же в левой нижней части экрана нажать кнопочку. Когда вы начнете что-то делать, он пропадет. Чтобы этого не происходило, вам нужно его закрепить на этом экране. Вот вы в правой части экрана нажимаете Dock, и теперь у вас контент-браузер закреплен. Вы можете спокойно работать, и он не будет исчезать каждый раз. Теперь поменяем модельку с вот этой мужской на женскую. Что для этого нужно сделать? Выделяете, собственно, модельку. Здесь находите mesh, здесь выбираете женский скелет. Все, теперь у вас он есть. Также вы можете это сделать по-другому. В контент-браузере идете в самый низ, находите blueprint персонажа, заходите, открываете viewport, выделяете, прокручиваете опять же до mesh, выбираете женский скелет, нажимаете save, открываете, и у вас теперь женская модель. Все. Надеюсь, эта информация была полезна. Всем всего наилучшего.